Привет, Германия! О, здравствуй, Польша! Знаешь, а на этой неделе я работал очень усердно. Ни одни нечистоты не устояли перед польской, даже американские. Молодец, отличная работа. Так вот, я прошел прибавки. О, понимаешь, Польша, сейчас у Евросоюза не очень все хорошо в финансовом плане. Ну, пожалуйста. Нет, Польша, все же не получится. Курва! Босс, у меня возникли некоторые проблемы, и мне нужно немножко деньжат. Я верну рано или поздно. Креция, ты опять? Германия, Каталония разбушевалась, нужна военная поддержка. Америку не просил. Так я и об этом, нужны деньги на оружие. Ох, ладно. Эй, а прибавка, Польска тут пашет за пятерых. У нас тут равноправие или что? Да, вы тоже члены Евросоюза как бы. Я помогу вам чем смогу, но потом я не могу разорваться. В 45-м году у тебя это получилось. Да, нацист. Германия, извини, мы не нарочно. Так хорошо, что у Ирландии нашелся пакетик чая, и все обошлось без жертв. Что это такое? Так, голубчик, посмотрим, что тут у нас. Так, отлично. А тут? Нет, там все намного было хуже, так что походи еще 2-3 недельки с этой перевязкой. Латвия, извини меня еще раз, я просто... Ничего, просто в следующий раз ешь, пожалуйста, немножко поменьше картошки, жареной с грибами. Опаньки, время нейтралитета. О, курва! Что это такое? Что это? А что? Нет, стой, нет! Помогите мне, помогите! О, боже! Ха! Без паники, хлопці, я знаю, що робити. Треба тікати з міста! Надо что-то делать! Я первый сказал. Нет, я. Белоруссии, все, ты куда? Я... Неважно, пошли мир спасать. Извини, я сейчас немножко буду занят. Как так-то? Мне что, одному мир спасать, что ли? Россия, только, пожалуйста, не спасай никого без меня. Не понял. Просто ты обычно ходишь как лучше, а получается как всегда. А-а-а. Пошли быстрее. До встречи. Чаёчек. Мой чаёчек. Так, где Ирландия? О, Великобритания, ты видела Ирландию? Нет. Блин, ясно. Опа, пакетик чая. Пригодится. С малиновым вареньем. Thank you.
Итак, наконец, наше крахмаловое братство в сборе. Крахмаловое братство? Ты серьезно? Это название идеально. Наш нынешний враг воистину страшен и, возможно, непобедим. Но мы должны остановить его любой ценой. Так вот, как нам его остановить? Кельтская магия! О, ты клевер нашел, а я вот бульбомет восстановил. Ладно, держи бульбомет. О, спасибо. А как же ты? Есть у меня тут одна идейка. Сейчас приду. О, идеально, так. Итак, знакомьтесь, это Бульбазавр Борис. Привет, Бульбазавр Борис. Итак, вперед, крахмаловые братья. Идиотское название. Я тут подумал, картошечное оружие не очень мощное. У тебя магия. Ой, все. О боже, этого просто не может быть. Что? Нет, стой, не иди туда, нет. Уходи, пока он отвлекся. Нет, стой, подожди. Нет. Итак, я основываю новую религию, рейхианство, во славу Великого Рейха, дабы задобрить его жажду крови. Чего же ты хочешь, наш господин? Я хочу Польшу, 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 Польшу. Ребята, вы чего? Ребята, не надо, ребята. Не подходите ко мне, не подходите! Я хочу уничтожить вас всех. Так. Где моя большая красная кнопка? Хе-хе. Я умываю руки. Я думал, до этого дело не дойдет. Братья, время возродить Великий Советский Союз, ибо вместе мы сила. Нет, без меня. До свидания. Всего хорошего. Пойду лучше бешбармаков покушаю. О, нет. Это Германия. Она просто огромна. Меня тут нет.
Ну, здравствуй, союзнисек. Пару часов не виделись. Во славу Ниппон! Оп, косяк, но не сегодня. Чё ты стал? Давай! Алах, бабах! Остался один единственный шанс. Нет, Россия, не надо! У нас нет выхода. Ты серьезно хочешь его выпустить? О, какие люди! Мне нужна твоя помощь. Я что-то не расслышал. Моя помощь? Сейчас не время шутки шутить! Воу-воу, парниша, потише! Я знал, что ты придешь. Серьезно? Нет. Я тебя выпущу, а ты ликвидируешь одного здорового парня. А потом уйдешь в Сибирь. Я думаю, что Сибирь в 1000 раз лучше заточения в подвале. Да. А ладно, я согласен. Йоху! Я свободен! Итак, где этот здоровый парниша? Вы что, серьезно? Это ж мой кореш! Да какого черта? Россия, что тут происходит? Апокалипсис. Эх, я знаю место, где нас никто не найдет. Пошли. Мы на месте. Эй, что вы тут делаете? Эй! Располагайтесь! Эй, только не тут! Идите в лес! Эх, Польска целая и невредима. Эй, что ты хочешь, маленький слуга польский? Что? О, курва! Карта? Не, спасибо. Ну, курва. Вставайте сюда все свои драгоценности для храма, для Великого Рейха. Тем самым вы обеспечите неприкосновенность. Но я ничего не обещаю. Уничтожить всех. Да. Поднимите. На трезвую голову это не воспринимается. Все равно я тут ненадолго. На минуты 3-4. От силы 5. Ночь в лесу. Вспомнил свои лихие 40-е. Я в раю. Америка проголодалась. Это идеальное яблоко для Америки. Это мое дерево, Беликанис. Оу, щит! А мы нашли много картошки. Ого, молодцы. Только не знаю, смогу ли я нормально есть картошку после всего случившегося. Только не говори ему то, что это останки Бориса. Эта тайна умрет вместе со мной. Извини, я тут отвлекся ненадолго. С корешами своими разговаривал. Ты мой самый главный кореш. О нет, Великий Рейх, пожалуйста, пощади своего слугу, пожалуйста, не убивай меня. Пожалуйста, эй, не надо, не а ты заметил то, что тут никого больше нет? Ой, я знаю, куда они пошли, я знаю, я могу вам показать, серьезно. Да, только пустите меня, я вам покажу, подождите только 5 минут. Слушай, может ты сам туда сходишь? Э?
Обрыв. Перелази на ту сторону, пошли. Пошли. Пойдем. Давай. Давай, иди я за тобой. Только не упади тут. Молодец. Так. Блин, я искать их буду целую вечность. Мне конец. А? Вперед. О, курва. Наконец ты пришел, сын мой. Папка! Я призрак, Польша. Твоя трусость привела тебя сюда ради спасения всего мира. Чего? Настало время узнать тебе истину мироздания. Ни одна религия в нашем мире не верна. Папка, ты что, атеист? Польша! Ты бог. Что? Да, тебе не послышалось. Если бы не ты, нашего мира бы не существовало. Ты первородное существо. Пап, ты сдурел? Только после тебя появились мы все. Курва. Теперь ты готов побороть зло. Но как знание того, то, что я тут самый при самый поможет мне победить Рейх? Не только Рейх. Что? Это не важно. Бери палку и иди. Что? Иди, сказал. Я ни черта не понял. Но мне надо идти туда. Ради папки. Я победю Рейх с помощью суперпалки. Польскобок. Обалдеть. Здрасте, ребята! Какого черта? Во славу великого Рейха! Зачем он нам вообще нужен был? А что? Это мое зерево! Shut up, свой рот и двигайся! Ой, хана! Я тебе сейчас бомбану, ха-ха! Да вы что, тут пообалдевали все, что ли? Все ваши цели бессмысленны! Все войны напрасны! Все ваше существование – ошибка вселенной! Вы ничтожные существа, живущие только ради несуществующих идеалов! Настал ваш час! Никто вас не вспомнит! Никто даже не узнает, что вы когда-либо существовали! Ну что, готово. Больше никого нет. И что тут происходит? Что бы вы ни делали, остановитесь! Ой. Полон. Аншлюс. Ай, нет, курва, ай! Какого? А? Ай, курва! Что тут? О май гад! Польша! Польша, ты в порядке? Босс, я потом зайду. Германия, Каталония разбушевалась! Собор рассосется! О, ладно, спасибо. Пойдем, завезу тебя в больницу.
Ага, забавно.